Наша героиня – хозяйка известной галереи D137. Ее окружают дизайнеры и художники. Такое общение сказалось и на выборе косметических средств. Они высокохудожественны и исключительны. Давайте же заглянем в косметичку Ольги Кудрявцевой. Я получаю от косметики удовольствие. У меня не очень много времени остается на косметику, но очень приятно заниматься баночками, скляночками, духами. Ну, естественно, для красоты. Ну, это очень удобная косметичка. Вот, мне очень нравится ее цвет. И к тому же она очень вместительна. Такой мешочек, туда можно сложить много, в зависимости от того, сколько тебе нужно на день косметики. Потом можно что-нибудь протереть этой косметичкой. Безумно удобная и красивая вещь, уютная, приятно держать в руках. Это крем Сислыя, крем для лица. И он используется и как дневной, и как ночной. Это универсальный суперкрем. Для определенного возраста. Мне очень нравится вот такая термальная водичка. Она часто бывает нужна, когда, предположим, какие-то мероприятия, ты устал, лицо потеряло свежесть, можно немножко на себя пшикнуть и как-то сразу становится веселее и свежее. Вот такое средство, Герлен, средство мгновенной красоты, что тоже очень актуально в нашей жизни, когда нужно хорошо выглядеть, ты устал, ты берешь эту замечательную баночку, достаешь такую капсулку небольшую, вот и одна капсулка наносится на лицо, и ты потом сияешь, как звезда. Ты свеж, красив и бодр. Я еще пользуюсь тональным кремом, мне он очень нравится. Он очень естественный, и когда его наносишь, практически не видно тонального крема. Просто такое ощущение, что кожа стала моложе на много лет и очень естественно выглядит. И очень легкая такая фактура у него, очень приятная. Но это все очень индивидуально, кому-то это может быть мое только, кому-то это может быть и не подойдет. Это тени. Мне они, Шанель нравится тем, что очень хорошая гамма и фактура этих теней. Вот. И помада Шанель, такая вот темная. Эта тушь обладает всеми возможностями. Она удлиняющая, создающая объем, загибающая ресницы, как мне объяснили. Потому что кисточка какой-то вот разной формы. И одной стороной, если ты наносишь тушь, то ресницы удлиняются. Другой стороной они становятся пушистыми. В общем, просто чудеса какие-то. А вот это мой любимый аромат. Мне подарил эти духи Эдвард Люси Смит, известный арт-критик английский, и он сказал, что это именно твой аромат. И сначала я была так как бы скептически тоже к этому отнеслась, но по реакции на некоторых людей я поняла, что это действительно мое. Для меня лично очень важен эстетический аспект, так скажем. Мне очень нравятся красивые флакончики, красивые тюбики. Мне это очень важно, чтобы они были удобные, чтобы приятно было держать в руках.